Вот смотри, то есть страйкер там закрепляется, и дальше мы можем уже на хамвике там куда-то подскакивать по дорогам быстро. Он может уйти в конце концов куда-нибудь на Джилавурху, Ну, Шапу, то есть я так туда. понял, с этого направления идут Страйкер, Хамвик и оставшиеся. А Страйкер выкатывается, ну не выкатывается сначала, люди выходят, смотрят, проверяют. Потом выкатывает Страйкер, потом Страйкер смотрит в направление северо-восток, север, проверяет склоны на предмет всяких танков и зух. Потом докладывает, и я так понял, Хамвики едут на север по дороге. Или там как-то через гору эту Страйкера объезжают вниз, съезжают на радиостанцию, захватывают радиостанцию, потом город, и одномоментно должен с радиостанции идти захват шахты. Иначе с шахты пойдет ответка, и это захлебнется. То есть нам нужно две группы будет. Одна на радиослышку, а другую на шахте. Вон, да, Город отправьте мы... СБН на шахту, мы их прикроем. Сейчас, на квадриках, короче, там сколько? Два квадрика? Два Наверное. квад, два, два К2. По маршруту через перевал Сары-Санг, огневые группы, там снайперы, надо еще пару человек с ними отправить, чтобы они через Шукур-Калай, Хушап ушли вообще туда и вышли на, через, после Молодоста выскочили на это, то есть на снайперскую позицию, в ту сторону вышли. Сейчас спать. Маш, не забудь про S-установки, да? Уже 5000 стоит. Война спали. Такой скорости я бы не боялся. Она же спали. Нет, ну заметить, заметить, Смотри, но... да. Так какая разница, через 5000? Ну ты что, думаешь, не увидишь, что ли? Но я не люблю это. Я понимаю, что ты хочешь играть все время в ферму, в тумане. Да едет. Я не знаю, что Нам я налево. сделал, но теперь меня лагает жестко. Мы за кем вообще должны ехать? Да, не за кем. Да, метки наши нет просто. Группа, свободная пехота в Сахе, начинаем рассаживаться. Сейчас двигаемся по маршруту Татаров. Вот с пятерник. Все здесь не надо. Страйкер, кого-то гасит. Стол поставил бы среди приоритетов, ты говорил. Погоди, очень сильно. Да, наблюдаем. А, сейчас мы увидим. Там человек из него выбежит, и стелс, смотрите, вокруг. Страйкер, смени позицию, если отработал по даху, в сторону Кокару чуть-чуть выдвинет. Но не смотри там, на нее, чтоб тебя видно не было. Уничтожен. Там пехотинцы выбежал еще, говорят. На севере уничтожен, да? Да-да-да, по нам еще какой-то путь был. Потому что гранат не будет. Страйкер на связи? Да, на связи, слушай. Давай, будь готов выпуститься в Кокару. Хамви один на связи. Да, давай, не стоим. А, здесь, может, нет, вы должны впереди нас ехать там, по зеленой маршруту. Сухо на ура. БТР. Бронь. Понял. Он по зеркам. У нас Вима, это нечем прикрывать. Да. А как страйк? Подъедете, да. Сообщите нам. Да, Паш, не выкатывай, погоди пока, сейчас подождем. А страйкер? Бетер. Бетер нет. Бородян есть. С иглами. А, бородян. Со стрелой.
ВР, спидер плохо. Да всё. После когда в него смотрю, я резко плюс 4 FPS. Не смотри туда, не смотри. А ты случайно не включил у себя низкое качество теней? В смысле, я у себя все низкое включил. А вот зря, низкое качество теней — это автоматический просчет на этом, на процессоре центральном. На видеокарте это быстрее будет, наверное. Или тени вообще отключить, наверное. А, они у меня отключены вообще. Так, так она. Все, все, что отключить, можно было отключить. Один, двигаемся по маршруту зеленому. Меточку H1, H1, видишь, вот приблизительно туда подъезжай, там камни. Вот посмотри, я сейчас, так, смотри, сделал, по сути, приоритет через диспетчер задач армы. У меня стало FPS больше, но при этом стало очень сильно лагать. Давай, Хамви, короче, мы за тобой будем подстать. Мясо поехал. Паша, поехали. Право, двигай, двигай, надо с тобой. Поехал. Бардак уже спалили. Ну что же? Пошли. Там снайпер скрыл. Идеально. Унитарный тоже. До какого точки нам двигаться? Тоже до Х1 вот так вот. Понял. Кто хочет после игры объяснить Фокс, код Фоксу и как так, как настроить рацию? Пошел. Он мне пикает сейчас, ты спики. Давай не. Да, колесо сбили. Репит врезался в дерево, сбил колесо, попробуем починить. Ой, еще и ранен. Всем спешится, всем спешится. Всем, кто не лечит машину, разойтись в сторону. Вот те лиги, да, здесь. Я не понимаю. Колес нет, сейчас хунты верпс. Я, вот, Паша, Паша, Паша. Вот. Как ты занят? Какого черта вы все вокруг техники? Давай. Причем заднее колесо сбил. Я понял, буду переть. Там посмотри, тебе Максим нужен, нет? Посмотри. Тебе? Да. Или кого-то просто кто-то кричал, когда выходили. Да тут все кричат. Кто со мной сейчас? Там. Синячок надел. Так, ну что, с половиной? Да. Паша, вылети. Народ, какого хера вот, блин, хера вот, не слушайте, чувак. Так, сейчас еще подойдем. Все, Паша, поехали. Все, к машинам. Готов. Что, визуально ее, да, прощупывается? Ну там колеса. Окей, окей, значит там и стойте пока. Ведите наблюдение, стойте. Страйкер, чуть выкатись, чтобы кокору заметить, но чтобы тебя не было видно со стороны радио. Нет, там было. Есть канистры еще. Может канистру поставить на стоп-лесс? Можно. Ваш просто спрашивает, чтобы если не случится авторизация мотора. А это походу на корень наехал. Да ладно. Не, ну реально, я сбоку дерева объехал, уже проехал дерево, и оно бабах мне бухнуло только раз. Х1. Приближаемся к Х1, останавливаюсь перед камнями. Выходим. Макаров,
ты где, в ТВР или в Хамвике? ТВР. Посмотри, наш, кто и в Хамвике ехал, нам походу морфин надо будет вколоть. Мы не можем сами себя вколоть. Кстати, кому вколоть? Нуклеер. 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 С пулеметом, чувак. Тут у нас кто-то просто был ранен. Ну меня вроде не трясет, я в порядке. Зарядки написаны на клере. А, тогда ладно. Просто я орал. Может ты больше. Ой, я смотрю, окей. Ну там. Кто на горе с трупой? И панцер. А что? Калю-калю. Смотри, это будет трупой. Азиму 345 на горе кто-то был и скрылся там. Наш. Там Крамбе один. Карта, смотри. Там мельчик висеть. Интересная метка, заметьте, вертолет. Как он летает, да? Да-да, как бы. Что-то сожгли уже в городе, там вижу. КЗ, не ты ранен случаем, как ты знаешь. Да не, я, наверное, ранен, это ранен. Просто надо эти метки там лечить. Ползи сюда подать. Паш, ты вроде сам медик. Он ноги быстро летит. Я не медик, я этот, помощник. Точно, точно, точно. Карас потом еще вроде. Который с кучей магазинов для пулемета. О, очень так странный помощник. Не-не-не, оно осталось в трекере. Догоняй трекер, там оно лежит. Фрэнс сказал, вместе с 193-мя тубами. Да-да. Не, ну реально, как сот гадал, что он стрелял. Да? Так и будет. Просто встать и так навесиком весь город раздолбить. Ну. Это вот он как-то ничего написал. Это даже весь. Нолик лишний. Вчера видели же, там я скрин кидал этих юнитов американских. Баб? Да. Mm-hmm. А, я их вчера пытался ранить. Ну вы поняли. Освободить? Это была жесть. А че не так? Да, там звуки откуда записаны? Из армы стандартно. А, я думал там особенные. Не, ну... как у журналистки. Стоны эти. Там и этих звуков хватает. У вас чаепитие на камне. Он западный больше. Что-то, по-моему, они слишком это вальяжно летают. Может, из трубы по ним их не стреляют? Да не пойму уже. Все эти собрали. Стрелять не будет. Технику, наверное, все сложили. Дальность как? Escape, есть настройки. Там где-то слева, ближе к концу ползунок. Там будет. Кустики, да, и он выше кустов. Это метка вообще на вертолет. Он отползает на... Да. Он только что двигался. Метка двигалась? Да. Да, метка двигалась. Да, его страйкером все работало. Да. Да, метод двигаться, наверное, наклеить зеленку. Она еще это не сработала. Там вроде готов.
А, это просто... Да-да-да-да, понятно. Обозначение вертолета для упрощения работы. Вертолет стреляем, нет? Что? Мы хотели его сбить. Да, ему так хорошо. Сейчас вся война будет закончена. Ну, мы у нас всегда так. Мы настоялись, обожаю. Как у вас там обстановка? Прибыли на метку, сейчас будем наблюдать. Хорошо. Сейчас осмотримся тут, чтобы никого не было. Лови. Давай. Паша, бери командование на себя, я буду по ДВшке общаться и вам ситуацию сообщать, короче. Я думаю, он победит. План, наверное, как и раньше, либо в Кокору заходить, либо вдоль вот этого холма, прямо сейчас практически на север, чуть на восток и на север потом выдвигаться к радиостанции. Че, поехали? Не, погодите, сейчас снайпера сейчас выйдут на позицию. Под нами, по-моему, где-то стрелял танк. Это снайпера говорят? Это вертолет говорит. Сейчас зайдем, просмотрим. Да, Паш, правильно хотел тебе сказать. Езжайте до дороги, через Кокору, туда восточнее, на север, и вот до дороги. Да-да-да, все, можете выдвигаться. Страйкер на связи, посмотри, пожалуйста, на всякий случай, сейчас в сторону Кокору. Сейчас наши поедут туда. Даю метку на противника. Страйкер, отбой, браво. Браво, за атаки слышал для страйкера. Че за метка? Паша, завис. Пехота, грузитесь в МТВР. Оставшийся кто не в лес. Водителям кто не занимайте на место и следуйте по маршруту за Хаммером нашим. Хаммер с нестроковым выдвигается. За Кантом стоит. Я думаю, что... Каштанты где? Да сейчас сами. Браво, на связи. Двигаться на 7. Как вы посматриваете, наши выдвинулись. Сейчас будут на позицию 1-1А идти зеленые. Смотрите, чтобы они... нормально прошли. МТВР, это за Хамиком на 80, поедете встретить. Да, разрешение, можно стрелять? Вот, принято. Да, да, вертушка работает свободно по цели. Нет, это снайпер. 7. А снайпера сгорим, кого видят? Видим БРДМ, да. И видим этот БКМ машину. Вы хотите на весном? Тут не так далеко, в километр. А чем стрелять-то будет? Так 50. Ну, если поражающая способность позволяет, то работайте. Метка где у вас на вашу цель? Пехота, вы движетесь? Да-да. Так точно, пехота. Страйкер, на связь. Давай чуть выкатывайся в сторону ДШК, вот туда. Это, помоги ребятам, если у тебя есть туда обзор, то сперва это пехом посмотри наверх. Метки не забываем обновлять. Доехали до поворота маршрута зеленого, поворачиваем на север, движемся к дороге. Да, вижу вас, вижу. Вертолет пытается сбить танк. Танк пытается сбить вертушку. Группа двигается, да, наша группа двигается. Не, ну вообще-то возможно. Наша группа двигается сейчас с МТВ. Только надеюсь, не с бронебойной пытается это сделать. Ну бронебойная КС лучше. Или ваншотит, а фугасные нет. Там он пулемета хватит. Нет. Я просто любил пострелять по ботам на вертушках. Дома не по мне.
Ой, сейчас нас везде видно. Воздух, поработай по радиовышке, по району радиовышки, обстреляй эту площадь. Подъехали к дороге, сейчас остановимся, идем в МТВР. В Одессе бегал, то да, будет стрелян на дороге. Сейчас помощь одна, блядь. Ёма, меня сейчас залагал, я перевернулись. Так, выгруз. Сейчас, блядь, Репит, нам стоять на метке, да, ждать? Паш, поднимайтесь выше и... Сейчас, секунду. Противник может быть, так что занимайте. А, давайте на шепот перейдем все. Здесь. Да, перейдите всем на шепот. Им из МТВР погружайтесь, круговой бором занимайтесь. Паш, да, двигайтесь на холм, наверное, оттуда. Там сказали, что двоих уничтожили, но внимательно на восток. Можете отправить два человека. Принял, поднимайся наверх. Вверх это примерно надо не двигаться. Репит, может нам не на холм, а нам обойтись сбоку и сразу на радиовышку выйти? Да, действуй по ситуации. Откуда танк выпит? Северо-восточный. Да. Так, на 320 у нас радиовышка, Паша, и Репит, там, у нас сразу где-то танк. Метка не русская, это танк. Это танк, да. Постараюсь. На 320 двигаемся к радиовышке. Вдоль холма на выход. На верхушку лучше не подниматься, а где-нибудь сбоку идти. Вижу радиовышку. Выползать не буду. Жду всех здесь. Мы из запада, да, от высотки. Из оптики посмотрите туда вниз, там что-нибудь ползает. Красный дым свои кинут. Наши не кидали. Трассера, Софи. Там видно? Взрывы всякое, там пехоты не вижу. Так, пулеметчик, оставайся здесь, прикрывай наш подход. Остальные двигаемся к радиовышке. Паш, пускай двигается, наверное, этот один закладывает сигнинер, ну максимум два человека, по-моему. Окей, тогда давай Каштан и Макаров. Макаров остается нуклеир. Спуститесь. Стоп, нуклеир, стоп, барьер идет тогда. Там труп наш возле бункера. Труп на шопе людей. Может у нас трупы есть, может походу с трупом. Лучше не привлекать внимания пока. Да, возможно в бункере кто-то есть, либо в зеленом, либо вот этом песочном, на весь стоп. Ну держите немножко. Если есть, давайте, могу дать, если нет. Макаров, врач. А кто идет, у кого есть? У варьера нет, зарчат, у него есть сенс отвлечения. Там зашка, кстати, стоит. Ничейная. Паш, у нас был 200 тупо, но мы все взяли тупо. Паша, если Паша, зачем? Танк или что-то новое, метка, вероятно, танк там. Район шах, район шах. Сейчас. Понял. Да я слышу его, да, он с холмика долбит, где-то. Там пока ничего не видно, он там за... Танк уничтожили. Много трупов, пора бы.
Проверьте радиовышку, если никого нет, я могу, мы сейчас спустимся, и у меня пластид есть, заложим, взорвем пластидом. Саму вышку антенну взорвать. Ящики. Бункер чисто. Там ящики. Казарма чисто. Все, можно, наверное, спускаться. Да, спускаемся. Эпка постоит. Причем быстро, желательно. Минирую, да, мы спускаемся. И пока не взрываем, пока мы не спустимся. Попали по вертушке, кажется, нет? Нет, показалось. Да нет, попали, вертушка. Да, у меня пустой вентиль. Да, попали. Все, у них мои деньги. Занимаем рядом с радиовышкой место и подрывайте. Но внутрь не заходите. На территорию забора. Бомбануть может хорошо. Взорвай. Бум, где? Паша, где бум? Как ты меня? Макаров, поджог. Он выбежал. Укрытие все. Можно было радио сделать. Там есть по радио, есть по колесику. Ну, если ты поставил, конечно. Я что, я поставил. А ты его зажег? Да. На БЛА же поставил. А, еще. Ну, беги теперь. Сейчас такой взрывается. Это будет печально. Ну, мы на дырочку когда не нажмешь. Если ты на таймер поставил, конечно. Да, а дальше плагин, короче, поставь. Что-то, по-моему, погода. Наше направление, нет? Погода. А, нет, все, по северным горам. Паш, что у вас происходит? Пытаемся взрывать. Тело поднимается к шахте, враг. Я вижу, что вы там бегаете, а ничего не происходит. Репит, там с шахты отстреливаться пытаются поверху, по... из севера... С шахты стреляют? Оп, из Все живые. Паша, с шахты стреляют? С шахты стреляют в северо-западном направлении. В северо-западном направлении наверх. Не, прям с шахты летят трассера. С шахты. Сейчас даже метку могу дать примерно. Это варьер. По нам или шальные, или стреляли только что. Пули вложили прям. Паш, да, там противник. Дай, Паш, точную метку. Пусть есть. Ориентировочно этот район внутри забора, вот эти дома. Оттуда бьет. Крупнокалиберная штука. Дал метку. Одиночными. Бьет по хаммеру наш, кажется. Там хаммер наш стоит, АГС. САСовцы, что ли? Так, репит, нам что, спускаться в город? За ним следующую точку брать? А нам еще взрывчатка нужна будет или нет? Да-да-да, нам надо сейчас будет тайник еще взорвать, и на шахте еще, если шахту не взяли, значит еще ее будет. Кто стреляет сейчас? Наши по шахте работают. Залип. Микрофон залип. Репит, прием. Паш вызывал? А нам сейчас двигаться куда? В город или ждать к чему-то? Ждите, Паш. Понял уже, да. Там у вас
ЗУшка на севере где-то стоит. Можете из нее сесть, работать. На выбитый, наверное. Посмотрите, попробуйте, если можно. Можно из прожектора пострелять. ЗУху сесть нельзя. Можно из него, кстати, по этому поработать, по строй к шахте. А смысл, что никого не видно? Паша, а вы... Паша, вы можете базу просмотреть? У вас есть чем ее подорвать? Это поиждать надо. Военную базу? Ну, у меня пластик есть, еще остался. Ну, хорошо, ты тогда не наблюдай, пускай другие наблюдают. В общем, посмотрите базу и, наверное, сейчас будем туда залетать. Да, давай нуклеир там наблюдай. Брать взрывчатку? Ну, одна, на одного одну. Желательно так. Ух ты, ПКМ здесь даже есть, класс. Интересно, там внутрь кто-нибудь заглядывал, нет? Что там видно, что в городе? Или не видно ничего? Ничего не видно. Ну давайте спускаться, что сидеть ждать. Репит, можем спускаться? Подожди, Паш, подожди, сейчас хамик вам на это прикрытие отправлю. А, у нас еще живые, ну хорошо. Сильно сказано, скрипи. Как-то резко он оборвался. Подозрительно. На военной базе движение не замечено. Не могут в казармах лежать. А в городе на чупа-чупс посмотрите на этот торчащий, там никто не сидит с нами. Нет, мечеть, да, такая? Да-да. Минарет так называемый. Наверняка на базе кто-то есть, и начнется. Репит живой? Репит живой, что-то у нас, по-моему, страйкер выбили, да? Да. А кто его мог убить, только если вплотную подошли? Наверное. Пойдем посмотрим.
вижу М2 наш поднимается, вижу страйкер. Страйкер живой катается. Живой, наверное, наш? Не отвечает, брат. Шаг, чтобы мы поняли. Ну, короче, может двигаться на пор. Репит. А, секунду, секунду. О. Наблюдаю за страйкером, там вроде только водитель сидит, больше не крутится. Возможно, захватили. А он где направление? Да не, не, там он отозвался, он едет. Он едет. Я сказал вообще что, сейчас базу будут открывать. Окей. Потом уже подошел. Наша со стороны запада я у забора ничего не вижу. В принципе, наверное, можно попробовать подходить. Внутри тоже все чисто вроде как. А где в каком именно здании находится ящик? В одном или одной из казарм. И где-то должно быть схрон где-то на западе от военной базы схрон. Кто стреляет? Страйкер работает. А, видел по какой-то дым, короче. Ой, не отвечай, на господи. По мне. Сзади, ой, сзади. Сразу. С востока. С востока, с холма где-то, с кустов. Вижу. Винишь, винишь, блин. 970. Вижу, сейчас канаем, господи. Может заходить, на базе приехали свои. На Вашбинку, спускаемся, да, нас сейчас обойдут и накроют. Халик приехал на базе. ГПшник, уходи, зачем ты стреляешь, на? Спускаемся вниз, кто может, спускайте медик, лечите раненого. У меня ног нету, сейчас я матки доколю. Я справа от тебя. Ты меня вот за холмом сейчас отсюда. Наши на базе. Наши на базе. Да, входим. Наши на базе уже. Да чай. И внимательно под ноги, внимательно мины могут быть. В южной казарме, самый южный казарме в дальней комнате. Но могу стрельнуть по ней. Можешь. Не надо, там наши бегают. Да, вон бежали. А, мы как бы. Они уже заминированы, они уже заминированы. Сейчас взрывать взрыв будет, скорее всего. Нет, они не на... Наши не взрывают. Ой, видишь, плохо. Зуха где-то. Это из осколки поехали. Зуха. Я думал, это где, что? Как Зуха-то? Её же выбили. Тебе показалось, Паш? Это была очередь из Зухи. Надо тайник найти еще. На тайник на западе. О, да, на западе от города должен быть. На востоке есть. Или на востоке. Метка, вот тайник есть. Угу. У нас тут медик наш раненый лежит. Контуженный. Какой еще тайник? Паша, вы отходите на свою. Спасибо, Паш. Репит, на своим не будем отходить, нам спину ударили, поэтому мы займем где-нибудь позицию. Либо на военной базе, либо в городе лучше. На ваш ход берем тайник. Есть? Да, есть. Там на базе нужен медик, на базе медик нужен. Уже полечил у одного. Двигаемся на восток, на вот метки свои. Я не ходил на базу. Я около здания, на Паш, вы уйдите на гору, через гору, через зеленую вот эту свою линию. Там, может быть, они там с это... Паш, там медиков очень хотят на военных. Паша, идет Макаров, медика. Идет, понял, да, Макаров, иди лечи на базе медика, лечи медика. А пехоте куда, Паша? Пехота на восток, сместитесь в город, дома займите, потому что это самое лучшее место сейчас для укрытия. В горы не полезем, медик, я боюсь. Военная база возле разрушенного ангара, туда. Остальные смещаемся на восток города от военной базы.
ПЗ, нам взрывчатка еще понадобится? Паш, да, на тайник нам времени осталось? Минут 10-20? Не знаю, я тайник не вижу. Тайник метку дали вроде бы, да? 30. Обзорвали же уже все три. Нет, их 4. Тайник еще. У нас 30 минут. Где все остальные? Я только вижу одного. Варвара. Я в 170 усилил. Я еще раз пометил тайник, если не видишь. Да, привет. Привет. Так, идем, короче, штурмовать тайник. Я на самую окраину города перемещаюсь, туда севернее. Сейчас. Двигаюсь к тайнику. Сначала надо позицию найти. В городе опасайтесь мин. Зуха, Зуха, с той же горы откуда тот пехотинец, Семка был. Нет, Паш, дай метку. Юго-восток. Сейчас, да. На горе примерно. Звук оттуда летит. Я без напуга. Да, вот примерно, нет, примерно. Северо-запад от базы. Ага. На холме. Северо-запад. А, там, да. На что ли? Там много холмов. Короче, холмы просматривайте, она на холмах где-то сидит. Вижу снайперскую пару. Мед, стреляйте на шилку. Вижу Зушку. Мед, куда же? На западе от меня. Остановиться всем. На метке снайперская пара, Зушка, хоть спина там. Да, вижу снайперов только там. А я вижу Зушку на склоне. Поставлю метку, хорошо. Сначала надо было это делать. Где эта метка, иди, вашу мать? Снайперскую пару видишь метку? Она там. Где-то в том районе. Паш, не вижу, не... Все сгорело. Продолжаю движение к... Ни хера себе, где-то в том районе. Окей. А тебе именно тайник приводится? Кто стреляет? Что за метка? Тайник, знак, это не там тайник. Тайпит тайник, ну. Что? Вот там, короче, ящики взрывают. Нашел? А, ну все, сейчас взрываем. Сейчас взрываем. А что, на макароте? Взрывчатка есть? А, все, мы нашли, короче, взрывчатку минирую. Макаров, сетка, ты не купил. Паша, живой? Да, живой, взрывчатку заложил, сейчас буду взрывать. Все отошли. Все завоктнули уши. Взрыв. Странно это. Что там за веселье? Сейчас мы затащим еще миссию, Каркарыч затащит еще. Время еще есть, чем он же. О, все уже. Уже. Победа!